Беседа 41. Бытие 18.1. «Медленно и неохотно приступаю я сегодня к произнесению слова. Когда подумаешь, что каждый день мы поучаем, увещеваем, предлагаем вам духовную трапезу, а между тем многие из бывающих здесь и участвующих в этом духовном назидании в досточудной и страшной трапезе проводят целые дни на конских хресталищах и таким образом не получают никакой пользы от нашей попечительности, а как бы уже по привычке при первом внушении дьявола спешать на эти беззаконные зрелища и сами себя добровольно ввергают в сети лукавого беса, так что ни наше внушение, ни самая опасность, ни напрасная трата там, то есть на зрелищах времени, не могут вразумить их, то с какой после этого ревностью стану я предлагать поучение людям, которые вовсе не хотят иметь пользы от наших слов? Не дивись. И земледелец, когда увидит, что земля после многих его забот и тяжких трудов остается бесплодной и не вознаграждает достаточно трудов, уже не с такой, как прежде охоты, приступает к сеянию, и не с такой ревностью принимается за возделывание земли. Так же и врач, когда увидит, что больной не повинуется его предписаниям, а еще сам своим образом жизни только увеличивает со дня на день свою болезнь, часто допускает такого оставаться в болезни, чтобы самый опыт научил его понимать свою пользу. Равные и преподающие детям науки, когда увидят, что они прежними уроками пренебрегают и не хотят помнить того, что уже им преподано, нередко оставляют их, чтобы таким образом исправить их беспечность и побудить их к большему прилежанию. Но земледелец, естественно, иногда становится менее деятельным, когда он видит, что убытки его больше и больше увеличиваются, и несмотря на свой труд и издержки, он не получает плодов. И врач не несправедливо оставляет иногда больного. Он врачует тело и потому оставляет больного на время, чтобы усиление боли привело больного в чувство болезни, а затем побудило его и принять врачевание. Равным образом и учитель детей по несовершенству их возраста нередко с пользой налагает на них наказание. Но мы, превосходя всех этих людей, готовы сегодня оказать отеческую любовь к падшим и научить их, что если они останутся в той же беспечности, то это послужит для них большему осуждению. Земледелец не с прежней охотой иногда бросает семена в той мысли, что напрасно, уже бесполезно делать издержки. А мы далеки от такого отчаяния. Правда, бросая духовное семя, мы иногда не получаем плодов по беспечности слушателей. Тем не менее, в будущем нам уготована награда, потому что мы пускаем в оборот веренное нам серебро и исполняем повеленное нам от Господа. А слушатели впоследствии дадут отчет тому, кто востребует от них с лихвой данное им. Впрочем, мы не то имеем в виду, чтобы только нам самим не потерпеть вреда и чтобы только сделать свое дело. Нет. Мы желаем, чтобы и вы употребили в дело, переданное вам от нас, и не подверглись тому наказанию, которое постигло скрывшего талант, и не только не умножившего, но и закопавшего в землю серебро своего Господа. Таковы те, кто принимает слово учение, талантом и серебром в Писании называется учение, и не старается принести плод и сделать надлежащее употребление из поучения. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что эта притча о талантах и сказана о самих учителях, и я тоже скажу. Но если мы тщательно вникнем в притчу, то и вы увидите, что учители обязаны только раздавать серебро, а ваш долг не только хранить данное вам, но и употреблять в дело. А чтобы увериться в этом, надобно изложить и самую притчу. Домовладыка некоторый, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошел
получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов, я приобрел на них». Великое благоразумие раба, щедро и человеколюбие Господа. В самом деле, что он говорит? «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Так, как говорит, ты показал много благоразумия в употреблении того, что было тебе верено, то заслуживаешь, чтобы поручить тебе еще большее. Подошел также, получивший 2 таланта, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Много заботливости и в этом рабе об имении своего господина, поэтому и он удостаивается того же, что получил первый. Но почему принесший 2 таланта удостаивается равной чести с тем, кто принес 5 талантов? Это справедливо потому, что большее и меньшее приращение талантов сделано не по рачительности одного и беспечности другого, а по количеству веренных им талантов. А что касается до их усердия, то оба принесли поровну, потому и награду получили одинаковую. Но один раб ничего подобного не сделал. Подошел, получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». О, злоба рабская! О, крайняя неблагодарность! Он не только ничего не приобрел на данный ему талант, но еще и укорил за талант своего господина. Такова испорченность души. Она помрачает разум, и человека, однажды совратившегося с прямого пути, низвергает в бездну. Все это сказано об учителях, чтобы они не скрывали того, что верено им, но со всем тщанием передавали учащимся. Но слушай далее, возлюбленный. Из негодования господина на того раба ты увидишь, как и учащиеся могут сделаться виновными, как и от них востребуется не только то, что им дано, но еще и с лихвою. В самом деле, что говорит Господь тому лукавому рабу? Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью». Серебром он называет драгоценное слово Божие, а торжниками – вас, принимающих от нас это слово. «Твое дело, — говорит он, — было только передать им серебро, а мое — взыскать от них не только то, что им дано, но и то, что они сверх того приобрели бы». Видите, возлюбленные, как много страшного в этих словах. Что же скажут на это те, которые не заботятся даже о сохранении веренного им сокровища, когда сверх того потребуется еще от них и приращение его? Но посмотри, как человека любил Господь. 444. С денег вещественных он воспретил брать рост. Почему и для чего? Потому что от этого и тот, и другой, то есть взаимодавец и должник, терпят много вреда. Одного сокрушает бедность, а другой с умножением богатства наживает себе и множество грехов. Поэтому-то от начала Бог дал жестокосердным иудеям такую заповедь: «Не давай брату твоему в рост серебра и ближнему твоему». Второзаконие 23.19. Итак, какого же извинения могут быть достойны те, которые жестокостью превосходят самих иудеев, и после благодатного искупления и столь великого человеколюбия Господня оказываются ниже и хуже людей подзаконных? Между тем, в духовных дарах Господь обещает потребовать от нас лихвы. Почему так? Потому что эта духовная лихва совершенно противоположна вещественному богатству. Там должник, с которого взыскивается рост, внезапно впадает в крайнюю бедность. А здесь, подвергающийся взысканию лихвы, если он человек благоразумный, то чем больше принесет лихву, тем больше получит свыше воздаяние. Итак, возлюбленные, когда мы передаем в ваши руки веренное вам сокровище, тогда каждый из вас должен усугубить труд и бдительность,
как для того, чтобы сберечь данное ему, чтобы оно сохранилось в целости, так и для того, чтобы употребить это в дело, то есть и другим передать, и многих привести на путь добродетели. Таким образом, ваше приобретение вдвойне увеличится и вашим собственным спасением и пользой других. Если вы будете так поступать, то и нас сделайте блаженными. Блажен сказано, кто передает в души слушающих. Сирахов 25.12. И побудете предлагать вам эту духовную трапезу еще в большем обилии. Итак, не оставляйте без попечения братьев ваших, и имейте в виду и не свою только пользу, но пусть каждый из вас старается исхитить ближнего из челюстей дьявола, отвлечь от беззаконных зрелищ и привести в церковь, с любовью и кротостью показывая ему, какой великий вред там и какие великие блага здесь. Делать это не раз только или два, но постоянно. Пусть он сегодня не послушает твоих слов, убедится после. А если и в другой раз не послушает, то, видя твою настойчивость, когда-нибудь, может быть, и придет в себя, и тронутый твоей заботливостью, отстанет от гибельных удовольствий. И никогда не говори, что я говорил ему и раз, и два, и три, и много раз, но ничего не успел. Не переставай говорить, потому что чем дальше будешь продолжать, тем больше умножится и твоя награда. Не видите ли, каким долготерпением пользуемся мы от Бога всяческих, и как, несмотря на то, что мы ежедневно нарушаем Его повеление, Он не оставляет своего попечения о нас, а еще и доставляет нам от Себя все, воссевая солнце, подавая дожди и прочее. Подобным образом будем и мы иметь попечение о наших братьях, и будем противостоять лукавому бесу, чтобы сделать тщетными его ухищрения. Если ведь каждый из приходящих сюда успеет сделать такое доброе дело, хотя одному, то подумай, как возрадуется наша церковь о умножении чад своих, и как посрамится дьявол, видя, что напрасно и без успеха он расставлял свои сети. Если будете так делать, то услышите и вы в тот день: «Добрый раб и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». 446. Я твердо уверен, что именно так вы и будете поступать. Я вижу ваши лица и догадываюсь, что вы с удовольствием приняли от нас наставление, а потому надеюсь, что вы исполните со своей стороны должное. Теперь кончим об этом увещание и предложим вам нашу убогую и скудную трапезу, чтобы вы возвратились, получив обычное назидание. Надобно и сегодня представить вашему вниманию праотца Авраама, чтобы вы знали, какие награды получил он от Бога за свое странноприимство. Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Исследуем тщательно каждое слово, откроем сокровищницу и рассмотрим все содержащееся там богатство. «Явился ему Бог», сказано. Почему Моисей так начал? «Явился же ему Бог». Примечает человеколюбие Господа и заметь признательность раба. Господь, явившись ему в предшествовавшее этому время, между прочим, дал ему заповедь об обрезании. А дивный этот муж, всегда готовый исполнять повеление Божие тотчас, немало, немедля, и сам обрезался по заповеди Божией, и Измаила обрезал, и всех домочадцев, и тем показал совершенное послушание. Затем Господь опять ему является. Таков Господь наш. Как скоро увидит в нас признательность за оказанное от Него благодеяние, то умножает свои щедроты и не перестает благодетельствовать, награждая признательность повинующихся Ему. Итак, Авраам повиновался Богу, и Бог, как сказано, опять явился ему. Вот почему и блаженный Моисей так начал свое повествование. Заметь здесь добродетель праведника, сидящего, сказано, перед дверями, при дверях шатер свой, во время зноя дневного. Так занят был он странноприимством, что не дозволял никому другому из своих домочадцев созывать странников, но сам, человек уже в преклонных летах и в глубокой старости,
так как достиг уже 100 лет, имея при том 318 рабов, никому не позволял сидеть, сам сидел у дверей. Так он занят был этим делом, и ни старость не препятствовала ему, ни о своем покое он не заботился, и не возлежал внутри дома на ложе, а сидел у дверей. Между тем, многие другие не только не имеют такого усердия, напротив, стараются уклоняться от встречи со странниками, чтобы не быть принужденными невольно принять их. Не так поступал праведник, нет. Он сидел перед дверями в шатер во время зноя дневного. И от того, что он и в полдень занимался гостеприимством, добродетель его еще более получает цены. В самом деле, он знал, что люди, принужденные идти в это время, особенно нуждается в презрении, а потому это именно время и избирало в рамках самое удобное, и, сидя у дверей, собирал мимоходящих, считая для себя отрадой служить странникам, палимых зноем старался вводить под кров свой, не любопытствуя узнавать что-либо о них и не разведывая, знакомы они ему или нет. Действительно, страннолюбивому человеку не свойственно разведывать, а свойственно всем прохожим оказывать свое радушие. Когда таким образом распространил он мрежу страннолюбия в сеть, то удостоился принять к себе и Господа с ангелами. Потому и Павел сказал: «Не забывайте страннолюбие, потому что некоторые, не зная, приняли ангелов». Разумея, очевидно, правоца. Вот почему и Христос сказал: «Если кто примет одного из малых сих во имя Мое, то и Меня принимает». Запомним это, возлюбленные. И намереваясь принять странника, никогда не будем разведать, кто он и откуда. Если бы и праотец полюбопытствовал узнать об этом, то, может быть, согрешил бы. Но ты скажешь, что он знал достоинства пришедших. Откуда же это известно? Напротив, если бы в самом деле знал, то чем заслужил бы удивление? Если бы он любопытствовал узнать их, то не так дивно было бы его странноприимство, как теперь, когда, не зная, кто были пришедшие к нему, он с таким усердием и почтением обращался с ними, как раб с господами, обязывая их, как узами, своими словами, и умоляя их не отказать ему и тем не лишить его весьма великого одолжения. Он знал, что делал, то есть понимал важность гостеприимства, и потому-то с таким пламенным усердием старался извлечь для себя отсюда всю пользу. Но послушаем слов самого писателя, чтобы увидеть в глубокой старости юношескую бодрость старца помолодевшего, пришедшего в восторг и посещение странников, считающего приобретением великого сокровища. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли. Бежит, летит старец. Он увидел ловитву и, не обращая никакого внимания на свои немощи, побежал на лов. Не позвал рабов, не приказал слуге, не обнаружил никакой беспечности. Нет, он побежал сам, как бы говоря: «Вот великое сокровище и богатая добыча, и я сам должен приобрести это, чтобы не упустить такой прибыли». И так поступал праведник, предполагая, что принимает к себе путников незначительных. 448. Поучимся и станем подражать добродетели праведника. Если мы будем так же поступать, то, конечно, и сами когда-нибудь получим такую же ловитву, а лучше сказать, и всегда можем иметь ее в руках, если захотим. Человеколюбец Господь желает, чтобы мы не были медлительны в делах страннолюбия и не разведывали о путниках, кто они и откуда, говорит: «Если примете одного из малых сих во имя Мое, то Меня принимаете». Итак, не смотри на видимую незначительность путника и по наружности не унижай его, но подумай, что ты в нем принимаешь своего Господа. Поэтому, когда ради имени Господа ты окажешь презрение страннику, то получишь такую награду, как если бы принял самого Господа.
И хотя бы тот, кто пользуется твоим гостеприимством, был человек беспечный и ленивый, ты не смотри на это. Тебе дана будет полная награда за то, что ты делаешь это ради Господа и подражаешь добродетели правца. И увидел, говорит он, и побежал им навстречу. Хорошо употреблено здесь и слово «побежал», дабы ты знал, что странники, как незнакомые, шли мимо и сами собой не подошли бы к куще. Потому-то, чтобы не ушла от него эта духовная ловитва, он, состарившийся, покрытый сединами столетний старец, подбегает к ним и бегом выражает свое усердие. И увидел, сказано, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Владыко, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Много удивительного в этих словах праведника. Не то дивно в его гостеприимстве, что он принимал странников, но то, что он принимал их с такой заботливостью, не обращая внимания ни на свои лица, ни на самих странников, которые, может быть, явились ему юными, и не считал достаточным пригласить их только на словах, но поклонился, сказано, до земли, как бы умоляя и выражая усиленную просьбу, дабы не показалось, что он приглашает их просто из приличия. Потому-то и Божественное Писание, показывая великую и неизреченную добродетель праведника, и говорит: «поклонился до земли», показывая этим поступком и словами пламенное усердие, глубокое смирение, величайшее страннолюбие, несказанную заботливость. Кто может достойно восхвалить этого праведника, или как прославить его хотя бы даже бесчисленными устами? И сказал: «Господа, это дело обыкновенное, так сказать, но, говорит, если я нашел благодать перед тобою, это дивно. Ты, говорит он, мне оказываешь благодеяние, а не принимаешь его от меня. Вот истинное страннолюбие, кто с усердием оказывает его, тот более сам получает, нежели сколько дает страннику». Но никто из слушающих это не унижает добродетели праведника, предполагая, будто он говорил так потому, что знал, кто были те путники. В таком случае, как я уже много раз говорил, не было бы ничего и великого, если бы он говорил таким образом, зная путников. Но то дивно и необычайно, что он говорит такие слова, обращаясь с ними, как с людьми. Не удивляйся и тому, что праведник, принимая трех странников, говорит: «Господа», обращаясь как бы к одному: «Господин». Может быть, один из пришедших казался важнее других. К нему поэтому и обращает праведник свою просьбу. Но далее он обращает речь свою ко всем вообще. Видишь, как он, не зная, кто эти путники, и разговаривая с ними, как с обыкновенными людьми, делает им всем общее приглашение, неоднократно называя себя рабом их. И смотри, как он наперед уже говорит о скудости, а лучше сказать, о богатстве своей трапезы. Так как, говорит, вы утомились и много потерпели от зноя, то прошу вас не пройти мимо раба вашего. Немного я могу предложить вам. Я могу только доставить вам воду для омовения и потом отдохновение от усталости под деревом. Также он дает понятие о своей трапезе. Не думайте, что я предложу вам что-нибудь роскошное, множество лакомств или разнообразные яства. Вы будете есть хлеб, и тогда пойдете в путь. Видишь ли, как он употребляет различные средства, чтобы убедить путников и завлечь их к себе, и поклоны, и слова, и все способы. 449. Сперва, говорится, он поклонился, потом называет их господами, а себя самого рабом. Затем говорит, какое им будет от него угощение, скромно отзываясь о том и показывать, что не будет ничего важного. «Я могу, — говорит он, — доставить вам простую воду для омовения ног, и хлеб, и тень под дубом. Не пренебрегите же моей кущей, не презрите моей старости, не отриньте моей просьбы. Я знаю, какой вы понесли труд, представляя себе пламень зноя, поэтому желаю, чтобы вы немного отдохнули».
Какой чадолюбивый отец показал бы столько усердия к своим детям, сколько праотец показал людям неизвестным, странникам, да то ли совершенно ему незнакомым. Но так как он обратился к ним с большим усердием и настоянием, то и получил добычу, захватив лов в свои сети. И они сказали: «Сделай так, как говоришь». Оживился старец. «Сокровище, — говорит он, — у меня в руках. Я получил богатство. Теперь забуду и свою старость. И смотри, с каким восторгом он принимается за дело, как ликует от радости и восхищается, как будто несет в руках бесчисленные сокровия, сокровища». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Как в то время, когда устремлялся он на ловитву их, Божественное Писание указало на его поспешность и пламенную ревность, сказав: «Побежал навстречу им», так и теперь, когда он увидел этих мужей, достиг того, чего желал, и теперь не оставляет свое усердие, но показывает еще более горячую любовь и не стал беспечнее от того, что получил желаемое. Между тем, с нами часто случается, что вначале мы иногда показываем много заботливости, а когда войдем в самое дело, то уже не столько прилагаем труда, как прежде. Не так поступил праведник, а как? Он спешит скорее, торопливо бежал в кущу к Саре и говорит ей: «Скорее, замеси 3 саты лучшей муки». Смотри, как он и Сару делает общницей той же ловитвы, и как научает ее ревновать своей добродетели. Он ее побуждал немедля приступить к делу поскорее, говорит: «Мы получили великую прибыль, не потеряем же сокровища». Зная важность такого доброго дела, гостеприимства, он восхотел принять участницей наград и воздаяний ту, которая была союзницей его жизни. Иначе скажи мне, почему он приказал это не рабыне какой-нибудь, а жене своей престарелой? Ведь ей было уже 90 лет, и Сара не отказывается исполнить приказание, но и сама прилагает равное усердие. Да слышат это мужья, да слышат и жены. Мужья, чтобы таким же образом научали своих сожительниц не через рабов делать, когда в деле представляется какая-либо духовная польза, а все, что нужно, делать самим женам. Жены, чтобы спешили принимать участие в добрых делах своих мужей, чтобы не стыдились страннолюбия и услужения странникам, а подражали бы Саре, старице, которая в таких преклонных летах приняла на себя этот труд и исполняла обязанности рабынь. Зная, однако, что наших слов никто не примет, ныне у нас все идет совершенно иным путем. В женщинах господствует изнеженность, заботливость о нарядах, о золотых уборах и вообще о внешнем украшении, а душе нет никакой заботы. Их не убеждает и Павел, когда возглашает: «Ни плетение волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценными одеждами. Смотри, как эта душа, достигавшая неба, не считала для себя стыдом не сходить в своем слове даже до таких предметов и увещевать касательно плетения волос». И справедливо, потому что у него все попечение было об исправлении душ, так как он видел, что такая заботливость о внешности делает великий вред душе, то не отказался сказать все, что только нужно для страждущих этим недугом. «Если же ты, — говорит он, — хочешь украшаться, украшайся истинным украшением, которое приличным благочестивым женам, украшайся добрыми делами. Вот украшение души, которое не подлежит никакому осуждению от посторонних людей, и никто не может похитить этого украшения. Оно навсегда остается без повреждения. От наружных украшений происходит бесчисленное зло. Не говорю уже о вреде душевном, о рождающемся отсюда тщеславии, презрении к ближним, надменности духа, растлении души, увлечении недозволенными удовольствиями. Говорю только, что это украшение легко может быть потеряно и от злобы рабов, и от нападения воров, и от наветов клеветников. И можно указать бесчисленное множество происходящих отсюда зол и беспрерывных скорбей. Не такова была Сара,
Она стяжала истинное украшение, была достойна праотца. И как он спешил и бежал в кущу, так и она с отчаянием исполнила его приказание и растворила 3 меры чистой муки. Так как пришли к нему 3 странника, то он и приказал растворить 3 меры, чтобы скорее готовы были хлебы. И так, распорядившись, он сам, говорится, побежал к стадам. Побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. О, старческая юность! О, сила душевная! Бежит к стадам, а не позволяет идти туда рабам, во всем показывая пришельцам, каким удовольствием исполняло его посещение их, и как высоко ценит он присутствие их в своей куще, почитая это сокровищем для себя. Он сам выбрал животное и, взяв самое лучшее из всех бывших у него, отдает рабу, побуждая его не медлить, но потреблить все тщание. 452. Смотри, как все делается со скоростью, с пламенным усердием, с радушием, с радостью и с большим удовольствием. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Но и после этого не успокаивается старец, но опять становится в ряд слуг. Сам все делает и предлагает. Он даже не признал себя достойным сесть вместе с ними. Но когда они ели, он стоял перед ними под деревом. Какое величие страннолюбия! Какая глубина смиренно-мудрия! Какая возвышенность боголюбивой души! Когда они ели, этот 100-летний человек стоял перед ними. Мне кажется, что от великой радости и радушия он стал тогда выше своей немощи и как бы получил новые силы. Действительно, часто бывает так, что пламенная ревность души, когда усиливается, побеждает немощь тела. Итак, праотец стоял как раб, считая для себя величайшей честью, что удостоился послужить посетителям и успокоить их после трудного пути. Видишь ли, как велико было страннолюбие праведника. Не на то только смотри, что он предложил хлебы и тельца, но размысли о том, с каким почтением, с каким смирением исполнял он обязанность гостеприимства. Не так, как многие другие, которые хотя и сделают иногда что-нибудь подобное, но тщеславятся перед своими посетителями, а часто и презирает их из-за оказанной им услуги. Это подобно тому, как если бы кто собрал богатство и имел его уже в руках, а потом вдруг все собранное выбросил из рук. Тот, кто делает что-нибудь с надменностью и поступает так, как будто он более дает, чем принимает, тот не знает, что делает, а потому и теряет награду за такое дело. Но этот праведник знал, что делал, а потому во всем, что делал, показывал духовную ревность. И так как он сеял дела страннолюбия в обилии и с большим радушием, то вскоре обильной рукою собрал и снопы. Когда он исполнил все, что от него зависело, не пропустив ничего, когда дело страннолюбия окончилось и обнаружилось вполне добродетель праведника, тогда, чтобы праведник узнал, кого он принял к себе и какие великие блага приобрел себе своим страннолюбием, пришедший странник, наконец, открывает себя и мало-помалу показывает праведнику величие своего могущества. Увидев, что он, Авраам, стоит у дуба, и стоянием оказывает странникам особенную честь и готовность к услугам, странник говорит ему, стих 9, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И такой вопрос тотчас дал ему уразуметь, что пришедший не был какой-нибудь обыкновенный человек, когда знал имя его жены. И так как пришедший, как Бог, хотел обетовать ему нечто вышеестественное, то самым названием Сарры по имени он показывал, что вошедший в кущу выше человека. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сыну Сарры, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Вот плоды страннолюбия, вот награда усиленной ревности, вот воздаяние трудов. И услышав это, говорится,
Авраам же был в преклонных летах. Были оба уже стары. И обыкновенный у женщин, у Сары, прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказавши: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Чтобы оправдать Сару, Божественное Писание предварительно заметило, что Авраам и Сара были уже замотаревшие во днях своих. И еще не остановившись на этом, Писание говорит: «Ибо обыкновенное женское уже у Сары прекратилось». Иссох, говорит он, источник, потемнело око, самый организм поврежден. Обращая на это свое внимание, Сара размышляла сама в себе и о своих преклонных летах, и о старости праотца. Но в то время, как она размышляла так вкуще, ведущий сокровенные помышления, желая показать и величие силы своей, и то, что ничто сокровенное не утаится от него, говорит Аврааму: «Отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказавши: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Действительно, она так в себе помышляла: «Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Таким образом, вот он явно открыл себя. «Или вы не знаете, — говорит он, — что я, как Господь естества, могу все, что восхощу, и омертвелые ложи сна могу оживотворить и сделать их способными к деторождению? Уже ли, — говорит, — есть что-нибудь невозможное для Бога? Не я ли все творю и преобразую? Не я ли имею власть жизни и смерти? И разве останется недейственен какой-либо глагол Божий?» Лука 1.37. «Не прежде ли еще я обещал это, и может ли слово мое не исполниться? Слушай же, в это время приду к тебе, и будет у Сары сын. Когда, — говорит, — я возвращусь в это же самое время, тогда Сара на самом деле узнает, что ни старость, ни неплодство ее не будут препятствием к рождению сына, но слово мое будет непреложно и действительно. Рождение сына покажет ей силу моего слова». Сара, услышав, что не скрылись от посетителя и мысли ее, не призналась и сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Страх смутил ее ум. Писание все приписывает ее немощи и говорит так. Но патриарх говорит ей: «Нет», она рассмеялась. Хотя ты, говорит, помыслила об этом только в своем уме и тайно посмеялась, не думая, однако, что можешь скрыть от всемогущества пришедшего, не отрицайся от того, что было, и не прилагай греха ко греху. Мы получим ныне великие блага, а всему этому причиной наше странноприимство. Будем все подражать ему и позаботимся побольше о страннолюбии, не для того, чтобы получить воздаяние, только эти скоротечные и тленные блага, но чтобы приготовить себе и в будущей жизни наслаждение бессмертными благами. Если будем так делать, то и мы удостоимся принять здесь Христа. И Он сам примет нас в обителях, уготованных любящим Его, а мы услышим от Него: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира». Почему и за что? Потому что алкал я, и дали вы мне есть, жаждал, напоили, был странник, и ввели меня в темницу и посетили меня. Что может быть легче этого? Но Он не повелевает нам с любопытством расспрашивать и разведывать о тех, кому намереваемся оказать свои услуги. Ты, говорит Он, делай свое дело, хотя бы странник был и беден, хотя по наружности казался человеком презренным, потому что то, что делается для них, усвояю я себе. Почему и присовокупляет: так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Итак, не будем пренебрегать столь великой пользой, происходящей от странноприимства, но постараемся каждый день производить эту прекрасную куплю, зная, что Господь наш требует от нас избытка усердия, а не множество яству, не трапезы роскошной, но сердца радушного. Услуг не на одних только словах, но и любви, происходящей от сердца и чистого намерения. Поэтому и мудрый сказал, что слово лучше даяния. Сирах 18.16. Часто ведь усердное слово утешает нуждающегося больше, чем подаяние.
Итак, зная это, никогда не будем негодовать на приходящих к нам. Но если можешь помочь их нужде, то сделаем это с радостью и радушием, так как мы больше сами получали от них, чем подавали им. Если же мы не в состоянии помочь им, не будем, по крайней мере, грубо обращаться с ними. Окажем им услугу, хотя словом, и будем говорить им с кротостью. И для чего обращаться с ним грубо? Разве он принуждает тебя? Разве насильно заставляет делать что-нибудь? Он просит, кланяется, умоляет, а поступающий таким образом не жестокости заслуживает. И что я говорю? Просит и умоляет. Он высказывает нам тысячи разных благожеланий, и все это делает ради одного овала. А мы и того ему не хотим дать. И можем ли получить за это прощение от Бога? Какое будем иметь оправдание, когда сами каждый день готовим для себя богатую трапезу, часто превосходящую меру нужного, а им, бедным, не хотим дать и малости? Это тогда, как могли бы мы получить таким образом в будущем бесчисленные блага. О, какая великая наша беспечность! Сколько мы от нее теряем пользы для себя! Сколько прибыли упускаем из своих рук! Мы удаляем от себя данное нам от Бога средство к своему спасению и не помышляем, не воображаем ни малости наших подаяний, ни великих наград за них, а все запираем в сундуки и предоставляем ржавчине поедать наше золото, или лучше сказать, бережем его для воров. Разнообразную одежду оставляем на порчу от моли и не хотим распорядиться как следует тем, что лежит у нас без пользы, так чтобы оно опять сбереглось для нас, и чтобы мы могли через это удостоиться неизреченных благ. Но да, сможем получить их все мы благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.